В общак? Ну, в гильдейском чате лежит. Нашел. Как мы, блядь, его тогда с первого трая, блядь, сюда довели до 5 лямов? Я в ахуе, блядь. Сейчас вообще нихуя не можем сделать. Я не помню вообще. Ну как, я там продержал, и у нас было больше людей, по-моему, или чё. Ну, мы как-то массово быстро залили этот первую комнату и попёрли на большого. Да. Смекалка был у нас, безвредный был у нас, кто-то ещё у нас такой мощный был. Не помню кто. Ну, у нас было 10 на 15, и мы нормально, блядь, шли. Сейчас начали что-то придумывать, нам столько не надо, нам надо вот так, блядь, ну хуяк и берса, блядь. А ну макрос попробуем, блядь. Он черепок ставится. Ну так поменяйся. Нихуя себе, я мангуст, блядь, нахуй, в натуре теперь. Черепок я вот перелетел. Цифру поменять там? Ну да, слушай, черепов я буду составлять. Ну, я крестик буду хуярить. Ну, давайте, пристабав. Все, можно пулять. Смекалка. Подожди, заходите все сюда. Я не похал, извиняюсь. Поешьте все, не подходите близко, сейчас дебаф кинется. Кулак, как, кстати, наварен. Кто кулак по срезу, дайте. Давайте, травме нужно будет афукашнуть. Все готовы, не? Mm-hmm. Все готовы, поехали. Заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Выпил сразу. Было в горах. Но вы? Что это? Где кто я? Кто мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Завоеватель, Леша. Там на нем ход. Беру. Ребята, завоевателя бить не надо. Его надо взять первого в МК. Вот если сейчас трай будет неудачный, выйдешь. Мы быстрее забегаем по правой стороне. Идем быстрее. МК. Рога, бежишь в блайн, даешь. Мы туда все идем. Есть уже МК. После этого файл игры проверишь, у тебя исправится. Аккуратно подбегаем, вы да там перебить прям убиваем его. Все, вот, забирай большого, отворачивай, и мы сначала. Квадрату никто не подводит. Отошли от квадрата, там, блять, молнию заряжу. Сначала эти залетят быстро. Позже. Так, смотрите, там между квадратом и крестом. Дизарм, давайте мы убом этим. Все, можем большого. Так, отошли оттуда от креста, от креста. Пробудители, быстро. Там клиф аккуратно. Ребята, меня. Крест поставил, бьем. Калиф, отойдите от молодого. Отошли от квадрата.
Клифф от морды отлить. Владимир, блядь, жизнь. Ну, мне бы... Ушли от луны в крест, все в крест. Все, сразу сейчас заходим в комнату, убиваем там ебучи этого. Ну хоть первого большого убили, блядь. Да, мы же убили большого, все, мы сейчас заходим туда. Только прислужников, все. Этого не трогайте. Для второго агро. И наверх поднимайтесь просто. В этого сыграйте сначала и наверх поднимайтесь. От луны отошли, в крест. Блять, да не БР, случайно. Ушли в луну, быстро, 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 быстро. Все, наверх, тупо наверх. Войд, беги первый. За войдом, за мол... все. Собирай и бежим к двери, просто. И большой ран. Войда, хил, алё, блядь. Да, ушли. На пуль рога, на пуль не сдавай. Он сдох, блядь. А, я помню. Ну, Клифф слоя. Если у вас там еще БР есть, БР не тиров. Ушли в квадрат, в крест. Блять, в череп, ебать. Капец, нам везет. Что у вас там долго еще? 30%. Давайте, надо запотеть, блять. Время нахуй нету нихуя. Ушли оттуда от квадрата. Пробудить. Пробудителя резко. Сало второму всуньте. Сейчас по правой стороне бежим по стенке, просто по стенке. Облизываем ее. Этих мобов не трогайте. С луны отойдите. Черепа, отойдите назад. Лёша, моба только не пройби. Держи его нахуй, блядь. Да нормально, я уже раз 10 за МК. Хорошо, держу, отошли там оттуда от креста. Мы спускаемся, вон бегу. Быстрей. Помогайте заливать. Чё, сейчас моба тоже, да, держу до конца? Держи, короче, до конца его. Всё понял. Еру дали, все РДД хилы рассосались максимум по кругу, бля. Все бурсты, всю хуйню. Стерею мне. От луны отойдите. Подождем. Мому, вы держишь, Лёша, нет? Да-да-да, только перемкашу. БР Егору дали быстро. Забафали Егора быстро. Саша, говори, куда перебегать. Сейчас опять МК будет, не бейте моба. От креста. Сейчас будет. Сейчас. От креста все ушли быстро. Бери МК. Беру. Угу. Блять, промах ебаный. От черепа. Ушли от черепа. Взял? Да. Все, дамажим. Прохиливаем. Столовку поднять быстро, блять. Столовка прожался, бафа ему сразу. Креста. Прожался, бафа ему дали каску, пристабаф лапу, пристабафа не будет. Как это вообще отбивать можно? От этого, блядь, от квадрата, от квадрата. Меня шотнуло, блядь. БР литературе. На молнии. Буксола подымите, кто не, у кого БР нету? Заваливателя убиваете. Моба?
Ну типа да, блин. Ну я умер, да, меня. Буксола, поднимите, буксол, подними Лёшу. У меня КД, я поднимал стол. Все, я понял, блядь. Типа это, ну, баф лобоса, по сути, наличие от этого. От луны, отойди. 47 тысяч. Есть инер. Порыву. Блять, порыву. По груди. У кого есть БР? У меня только 3, когда я показываю. О, вот череп вообще. На... Череп. Нечаянно меня БР, но нет этого. Мы же не коня тут лежат. Потом покажу. Суф лежит. У нечаянно КД, потому что у меня БР. Пиздец, столовки. Ну, сейчас у него 12 стак и пизда минус танки, блядь. Столовки уже нет. Mm. Войт. Линкните мне, пожалуйста, у кого нету сейчас фласок? Фласок нету у кого. Охуеть. У Лабдамира нету фласок. А остальных есть фласок. У Марло нет фласок. 200 дефа скидывает просто нахуй. Короче, я... Давайте поставь перекур, давайте курнем, мне нужно пока что сейчас, ну, 7 где-то. Я быстро спущусь. Ставь перекур на 5 минут. Идите курите, там отдыхайте, умойтесь, я не знаю что. Надо этого пидораста убить нахуй. Окей, Кирюх, вопрос. А? Смотри, я мобов МКшил, мне 74 тысячи дало. Это молния тебя уебала, ты просто не повезло. А, ну это то есть случайность, типа, не я затупил. Ну, это вот, когда мы говорим, что черепа с креста или это уйдите, ты стоишь под боссом, держишь его, тебе надо стоять в центре и держать босса в центре, чтобы тебя эта молния не вшатала. Ну, я весь бой. Да, цепнуха ее зацепила просто. Да, просто цепнуха тебя зацепила, и все. Ее невозможно, блин, сбить, он ее кастует. Ну, когда я хобби, она меня как бы особо там и не... Все, ну, ставьте просто... перекур на 5 минут, заходите там в инст перед боссом. Не знаю, у меня такой вот вопрос, блядь, ну комната же супер, ебать, огромная. Ну хули вы стоите вчетвером, нахуй, в одной точке, нахуй, в одной, блядь, в одном пространстве? Пишите его раньше 10, ебать. Вы не хотите, там, Саня, метки поставить его? Я просто вот сейчас хаос смотрю на стриме, там каждая цепуха, это 5 человек цепляет. Так что это метки? Вы просто от этого умираете, типа. Метки вот, стоят, чтобы дальше ставить. На каждого человека поставить метку или что? Вы просто поставьте, типа, по комнате метки, распределите, кто в каких метках стоит, и все. Там, типа, двигаться почти не надо в обычном режиме. Вы можете АФК почти весь бой стоять и бить. У вас сейчас был пул, типа, и у вас с левой стороны стоит одна сова весь бой и хант, а все остальные стоят справа. И просто ждут, пока им скажут перейти, типа, и просто летит цепура через милизону. Я, и когда он спустился, сказал, рассоситесь все по комнате, РДД хилы и наберите ренжу. Ну, если кто-то не слышит, я не знаю, как мне еще сказать надо. Съебитесь в ужасе под стену, да, блядь, да, не да, знаю. Вот как так, вот так надо да. сказать? Да. Телдрин, я если что, вдова ранее уже. Говори, смотри, ты когда озвучиваешь, там ушли с квадрата. Мы ушли, так, через какой момент зависит. Можно обратно вставать на крест. Ой, на квадрат. Ты имеешь в виду на первой фазе? Не-не, на второй фазе, это когда уже все здесь, все опять... Ну она ебанула, блять, а потом он заряжать начинает в другую сторону. Да после я того, не смотрю, как она бьет, я смотрю, как я хилю кого. Мне просто по времени... Не могу сказать тебе по времени, через сколько. Просто 4 пати раскидать по 4 меткам, пусть стоят все время на своей. Ушли, молния вжарила, вернулись. И там можно вообще не бегать, если стать в РНЖ. Она, по идее, не вшатает. Если вы будете стать в РНЖ в большой, блядь, будет похуй. Главное, блядь, быстро его запиздить. Моб, чтобы в МК был, блядь, и все было красиво. Но сейчас вот мы выбили, оставили ему 7 лямов, но у нас Рога сдох в туннеле, блядь, его нет. У нас, во-первых, нету второго 25-го человека. И Мутик отъехал... То еще тих. Ну, короче, блядь, у нас 4-5 человек, блядь, лежали. Вот эти, если бы они присутствовали тут, они были бы не мертвы, мы бы сейчас бы запиздили.
Так, я отойду, Био. Да, я пошел покурить, у меня Вовка зависла, я сейчас перезайду. Черт, что же пока ребутно, это показывает только 3 бэра в КД. Цепуха, блядь, кидается случайного игрока, блядь. Если рядом с ним кто-то стоит, то она идет дальше. Чем больше цели она берет, тем сильнее она бьет, блядь. Вот и все. Ну это то есть вот это, которое ГВ озвучит. Вышли все с квадрата или это другой скилл? Блядь. Каждые 10 секунд босс кидает цепную молнию, случайный таргет. Если в радиусе там 10-11 метров рядом с ним есть другой игрок, она перескочит на него, цепная молния. Ну, то есть, если вы все будете стоять в одном фрейме, то есть умрут люди. Да. То есть вначале вам снишотает. Если вы стоите по 2 человека, вас не убивают. Но когда у него уже по 10 стаков, то если оно будет прилетать в 3-4 человека, это тупо ваншот. Поэтому милики, которые... Ну, грубо говоря, здесь милики не котируются вообще. Ну, ты просто посчитай. 2 танка... Плюс сколько миликов? Ну, 6 миликов можно на этом боссе. То есть вы встаете, типа, как на Молчазаре, треугольником. Вам хватает места. Стоят 2 танка, 3 милика слева, под левой ногой, 3 милика под правой ногой. Ну. И РДД вы стоите по кругу, типа, тоже. Вы можете по двое стать в одной точке и тупо стоять вокруг босса, типа. И ну, если вам говорят отойти с той метки, то вы можете перебежать к соседним челам, типа, за спину. Вдоль стены, ну, и потом вернуться на свою позицию. Просто станьте по кругу, по двое, по трое, и все, и стойте весь бой. Вам не надо всей толпой, если вам говорят, что с черепа уйти надо, вы всей толпой бежите на противоположную сторону. Просто тех, кого будет цеплять в радиусе, чуть-чуть смещаетесь там лево-право и возвращаетесь обратно, и все. Это означает, что должны стать 4 топовых милика и 2 танка под босса, остальные милики должны съебать из-под босса. Ну, значит, я, Егор, Срез и Мораль, остальные нахуй под стенку. Так а сколько у вас миликов сейчас? Да хуя. Да хуище. Ну вы шестером можете бить, вы типа 3 под одной ногой, 3 под другой, и все. И 2 танка танчат, типа подъебало. Ну, да. Там треугольником хватает стать. Можно в обычке можно даже квадратом стать, там рейнджи хватает по 10 метров. Если это была просто лекция, то это нормально. Но тот вопрос, который я задавал, я ответа так и не услышал. Это не тот скилл, который озвучивает ГВ? Нет, это другой. Вот это я и спрашивал. Уходить с метки все равно надо. Ну ты уходишь с метки только когда типа сзади тебя заряжается эта штука. Колонна сначала заряжает босса. Потом босс через 2 секунды, через 3 поворачивается в ту колонну, которая его заряжала, и кидает веер молнии. Видел такое? Не видел, я смотрю хилю. На второй фазе посмотри, колонна будет заряжать босса двойными такими молниями. Как знаешь, у Элема Шамана летят молнии такие синенькие, электрические. Они летят к боссу двойными такими. По 2 летят, то есть 2 следом, еще 2 следом, еще 2 следом, еще 2. И такая дорожка из молнии прям к боссу летит. Она его заряжает, и он через 2 секунды в сторону этой колонны поворачивается лицом и дает веер молнии в эту сторону. Из этого веера надо отойти. Если ты на холли-пале играешь, твоя позиция вот там, где под стенкой, типа, где босс сейчас стоит сверху, ты просто выжимаешься в стенку посередине, и весь бой стоишь, и даже можешь не двигаться, тебя там ничего не будет коцать. И просто хилишь. Под пьедестал вот этот, да, где босс стоит? Да. То есть на холли-пале твоя задача, типа, танков чисто держать. Все. Так, давайте так. Я, Егор и Срез, мы стоим под левой ногой. Мораль... Рога Тога и Куросса, вот этот, как там ник правильно читается, я не знаю. Куаросса. Мы под левой, вы под правой. Кирюк, дай сопрот, пожалуйста. Вы просто пропишите, типа, рейндж 10, там, если не видите, включите радар, займите нормальную позицию, типа, треугольничком, и все, типа, чтобы вас не шотала молния. И просто стоя на месте, бьете его весь бой.
что там, кроме артстайла, ну, типа, вместо артстайла никого нету в гильдии ДПСера какого-то? Ну, Настя говорит, может какого-то лука добрать. Ваза добрать могу. Давай, давай. Да давайте доберем, как бы, ну, похуй, блядь. Ребят, суманите, пожалуйста, Теодрина и Груди. Вру, у него нет. Я тебе дал ассист. У него проходки 25-ку нет. Блин. Ну понятно. Ну есть еще ретрик, но нужно, чтобы кто-то им играл тогда. Так, я тут. Не, забей на эту хуйню, не надо. Я могу за эти кнопки нажимать. Не надо персонажей давать, блядь. Да не, ну неужели, ну, один человек это тоже плюс будет. Груди, а у тебя большие груди? Мы выяснили третий размер, как бы. Артём, покажи грудь. Ну, пожалуйста, Тёмочек. Дайте рыбу, а? Ну, покажи груди свои. Суманите, пожалуйста, хотя я уже долетаю. Я фотку скину в Дискорд, охуеете. Так, а мне скажите, ребята, что это вот... Сейчас я скажу. Что там у тебя, соски на волосах? Ой, блядь, волосы на сосках? Цепная молния. Подожди, помолчите. Цепная молния — это чё? Это кто? Это Арчи. Чё? Кто? Это Элем. Нет, я понял. На боссе ты имеешь в виду. Вторая фаза, босс кастует цепь. Это босс, да, сам кастует? Да, да, босс. Да. А кастует он под стаком, да? Ну, стаки усиливают урон от сил природы. Сколько там? Стак на 25? Но он от литературы 20к въебал вообще. Ну, под стаками. 74 он мне уебал. Нет, тут даже какой-то прикол быть, он не может так тебе ваншоты. Да, и он был, блядь, в РНЖ, его въебало там пятым каким-нибудь, оно типа с каждым следующим на 100%, на 50% дэмэдж увеличивает. Ну вот. Ты тоже, ты, вы вдвоем просто смотри, ты на МКшнике и на холипале, вы станьте вот там просто типа под троном, возле стены, и все, и вы весь бой стоите там, не двигаетесь. Чисто вдвоем, ты МК, он хилит танков, и все. То есть дело никто не ходит. Луна, да, посередине между Луной и квадратом, только, блядь, под стенкой, прям под ногами босса. Вот там стену бросишь, ну, Лёха, ты и Латомир. Мне просто говорили по центру, блядь, я и стою по центру, блядь. А мы нахуй, да, просто так по кругу бегаем от колонны к колонии, все, блядь, вся игра. Ну-ка, Сань, посмотри, вот так, оранжевая метка там. А я не вижу, хаос, сделай-ка. Кого? Куда? Посмотри метку, да, оранжевую. Вот там. Да. И ты так. Просто остальные метки расставь по кругу, типа, чтобы и назначь там по два человека, чтобы они стояли. Вы если всей толпой будете бегать, типа, в момент каста цепуры, если вы будете перебегать, вас просто умрет последний, там, три человека, четыре. Да если она заденет, типа. Так она кастует в рандомный таргет, если вы будете вне ренжа хотя бы один, типа, потому что, допустим, один не держит с тем, другой не держит с тем. И то есть, типа, во время перебежки точно ебанет. Вам не надо всем бегать, типа, там бегают, грубо говоря, те, кто стоит вот так, плюс-минус. Кому то есть, нужен, значит, там по 4 блядь. Человека. Я могу адекватить 212-го, ну, пока нашел в этом. Не надо, милик не нужен. У вас, типа, вот стоят 4 метки квадратом, да, и вы можете просто там, допустим, 2 человека чуть ближе, остальные 2, у кого ренджа побольше, прям под стеной стоят, и все, типа, в одну линию, и у вас как раз так хватит, типа, 4 пати. Распредели, и все. Давай, Кощи, крест, череп, Луна, квадрат, по 4. Ну, давайте. Давай, Макс, мы с тобой, получается, в черепе. С нами еще Асмодей и Арчи, наверное. Арчи хилить нас будет, если что, на всякий случай. Просто, типа, поставь вот эти чуть ближе, да? А, типа, вы вдвоем чуть ближе стоите, а двое стоят прям под стеной сзади вас. На РНЖ, типа, 10, и все. Ну да, вот под этой хуйней. Ну да, ну давайте вот Асмодей и Арчи, подойдите к нам. Сейчас мы вот хотя бы на своем примере покажем, как примерно надо стоять. Остальные станут там. Я, например, тут стою, да, например. Арчи, ты вперед чуть-чуть двинься. Вот так, да? Да, да, а вы там сзади, грубо говоря. Так, давайте бафы проверяем. Вот, получается. Асмодей, ты тут? Я вообще не понимаю нихуя, что вы делаете. Ну мы занимаем, типа, вот позиции, как мы будем стоять на второй фазе. Видишь, то есть мы как бы чуть вот так поближе, то есть к боссу, а вы ближе к стене просто, по 4 тела на метке, понял? Два танка, два хила уходят, получается, да? Ну, для территории. Справа давайте также встают, получается, Аверн.
Суф, Буксол и Лабденс. Право это крест. Это крест, да. Вы меня все слушаете вообще? Плюсуйте там хотя бы. Слышишь, поставь вот так вот череп, Саня, в середину между вами, и чтоб люди стали вокруг черепа, понял? То есть квадратом. Нет, не понял. Ну вот, да. Ну вот, я стою здесь, вот четвертым, типа, из вас, блядь. И ты череп поставь в середину, чтоб люди становились вокруг метки. Так да проще. Не надо головой, стоял бы там, первый ряд стоял бы на черепе, второй у стены, да и все. Не, имею в виду, чтоб люди ориентировались, блядь, по РНЖ, по всей стороне хуйни. Вот так вокруг черепа, раз, блядь. И точно так же вокруг креста, вокруг квадрата и вокруг луны. Все. Главное, чтобы тут, сука, никто лишний не сдыхал, блядь. Саня, отойди туда, тебя ебенят, блядь. Тут надо, чтобы до конца, блядь, пока он спустится и, я не знаю, там, основную массу его ХП, блядь, никто просто так не сдыхал, блядь. Это у нас, мы только прибежали, блядь, человек 5 нахуй отъехал. Как, ну, мы не успеем по ДПСу вывести. У нас миликов дофига получается. Из РДДшников еще кого не назначил? Нечаянно. Нечаянно. И все, по-моему, больше. Все остальные назначены. А, нечаянно груди получается, и все. Марлу. Смотри, у нас я, Егор и Срез стоим в левой ноге. Мораль, Рогатога и Куароса в правой ноге. Вот у нас получается так. У нас остается только лишний Рога, который Настя. Ну, она тоже, блядь, под левой ногой. Ну, если кто-то сдохнет, ногой. Может пойти подамажить. Или с танками тогда встать. На хантах тогда мы, короче, сами там найдем свое место. Точно, я про хантов вообще забыл. Да, у вас там пиздец. Да. Мы найдем. Луна, квадрат выбирайте себе. Там. Ну, получается, я на ДЦшнике стою все время, блядь, в этом. В печеньке и держишь моба в МК и все. Не-не-не, когда босс выбегает, я в печеньку. Или сразу. Да-да-да, когда босс выбегает, в печеньку. Все. Потому что если ты сразу там станешь какой-нибудь из столбов, а из-за луны или из квадрата тебе пизды даст. Ну, блять, как сейчас? Это все равно надо смотреть уже там по факту. Просто разберитесь, блять, между собой на 10 метров. Просто встаньте и все. И аккуратно перебегайте. А когда столбы кастуют, если я буду стоять, допустим, в печеньке, не надо будет перебегать? От квадрата от луны не достанет той печеньки? Достанет. Достанет. А, все, понял, понял. Тут, грубо говоря, вот смотри, как стоит череп, если, например, со стороны черепа этот и круг этот, тебе надо зайти за круг с противоположной стороны от черепа, вот такой рейндж где-то надо держать. Соответственно, когда идет с креста, точно так же, ну, типа, блядь, за вот этот круг центральный, оранжевый, блядь, коричневый, какой он там нахуй есть. Где-то там 25-30 метров надо стоять. Ставьте рыбу, кушайте все. Чек на присутствие. На понимание. Я тут. Поставьте рыбу. Нету рыбы, блядь. А чё, Арт ничего не ответил, да? Mm-mm. С бадуйнища, брата. Так, а что там Накс 25-ка? Завтра там сделаем проходку людям. Да, я поставлю.